Предпринимательство – это постоянная учеба и совершенствование. Без необходимых базовых знаний, законодательства и основ организации своего дела вряд ли бизнес будет успешным. Так что молодых предпринимателей подчас приходится защищать не от конкурентов и контролеров, а от них самих, от их, мягко говоря, невысокой культуры. Этим занимаются специализированные компании, которые снимают очень многие проблемы при становлении новых бизнесов. Сегодня разговор именно про компании, которые находятся в сегменте так называемом B2B, то есть бизнес для бизнеса. Начальное состояние, этот бизнес прошел уже, я думаю, что лет 10, наверное, назад, основное начальное состояние, и сейчас он развивается. Это компании, которые берут на себя весьма рутинную, но необходимую работу правового обеспечения бизнеса и многое другое. Спрос на их услуги настолько велик, что лучших специалистов сманивают на сторону. А это не может не отражаться на развитии целого направления оказания услуг. Ну что мешает? Конечно же, отсутствие, наверное, не то что отсутствие, а недостаточность кадров. Во всяком случае, на рынке МТИЧ. Мы об этом говорим постоянно. Мы говорим о том, что народ мигрирует в Москву. Даже если он живет в МТИЧах, стремятся работать все в Москве. Хотя у нас многие работодатели предлагают не худшие условия. Первое все-таки – это люди, которых не хватает. Развитие молодежного предпринимательства у нас здесь на местном уровне планируется до конца года провести несколько семинаров со старшекурсниками наших учебных заведений. Малый и средний бизнес накапливают силы. Те процессы, которые происходят в его структурах, говорят о возрастающем потенциале и перспективах для тысяч начинающих предпринимателей. Сергей Берзин, Олег Степанов. Информационная программа «День».